Вот приехал наш номерной. Ой, точнее ЕЖ3. Внутри вот он такой вот красивый. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Китай-город. Платформа справа. Будьте осторожны, выходя из вагона. Очень красивый поезд. Еще чуть-чуть поснимаю сейчас. Привет, вы на канале Доступный транспорт. И сегодня обзор новогоднего ежа. Погнали, со мной сегодня Лёва. Цвет новогоднего ежа выбрали фиолетовый цвет с такими снежинками с прошлого года. В прошлом году было точно так же. Вот такие вот хвойные наряды с елочными игрушками. Верх украшен также такими вот хвойными гирляндами с игрушками и светящимися гирляндами. Возможно, это последний год для эксплуатации этого новогоднего поезда. Информация еще не подтвержденная, но будем ждать будущего. Стена украшена разными рисунками, в принципе, как и двери поезда. Теперь понаслаждайтесь прекрасным видом. Старая и новая эпоха. Вот так вот выглядит второй вагон. В принципе, все точно так же. Что-то мы стоим и не двигаемся. А вот, погнали. В общем, в прошлом году поезд был такой же, как бы ничем не отличающийся. Только в этом году его переклеили, а все украшения остались точно такие же. Красивая, футуристичная. Вот эти гирлянды всякие обретают такую всякую, как бы, новогоднюю и уютную обстановку. Также еще раз повторю, возможно, это последний год работы этого новогоднего поезда, но информация не подтвержденная, так что будем думать. Вот такие подсвечники еще здесь, гирлянда тоже. Ну и на этом мы будем заканчивать наш видеоролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вы были на канале Доступный транспорт. И всем пока-пока.